На что только не идут женщины ради красоты. Еще с древних времен представительницы слабого пола совершали порой даже необдуманные поступки ради того, чтобы хорошо выглядеть. Сейчас, в 21 веке, добиться идеальной внешности намного проще. Но красота все-таки требует жертв. Тема нашей сегодняшней программы – перманентный макияж. Больно ли это? Как выбрать специалиста? И стоит ли доверять косметологам на тому? Чтобы ответить на все эти вопросы, я лично пройду эту процедуру. Перед тем, как прийти в центр косметологии, я тщательно подготовилась. Узнала, какие специалисты здесь работают, есть ли у них соответствующее образование. Оно, между прочим, должно быть медицинским. Ну и просто посмотрела на фотографии людей, которые делали здесь татуаж. Это самые простые, но в то же время самые основные правила. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать в мой центр. Меня зовут Юлия Воронова. Юлия, скажите, пожалуйста, действительно ли у косметолога должно быть непременно медицинское образование? Конечно, должно быть минимум среднее медицинское образование, отдельная сертификация косметолога, на которой учатся не 2-3 месяца, да, обычные курсы прохождения, а 3-4 года, в зависимости от учреждения. Также требуется сертификация на отдельную процедуру, то есть на перманентный макияж. Должна быть отдельный сертификат выдан. Также в помещении, в котором выполняется эта процедура, требуется медицинская лицензия, потому что работа с кровью, работа с иглой. Стоит ли доверять косметологам, которые предлагают свои услуги на дому? Это моя любимая фраза: «Мерседес не может стоить, как Жигули». Вот, это раз. Во-вторых, наличие санобработки этого помещения. Уверены ли вы, что в этом помещении есть санобработка? Как минимум должна быть бактерицидная лампа. В кабинете у косметолога также не стоит терять бдительность. Здесь мы обращаем внимание на наличие сертификатов и на чистоту помещения и приборов. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне бы хотелось сделать татуаж век. Хорошо. Какой формы вы хотели бы? Я бы хотела стрелки. Стрелки. Восточные или обычные? Восточные, примерно такие, как на мне сейчас. Хорошо. Перед тем, как приступить к процедуре, мне дали вот такой информационный листок. Мне необходимо его подписать и тем самым подтвердить, что я полностью доверяю специалисту. После того, как я подписала информированное согласие, специалист приступил к заполнению личной карты. Перед тем, как приступить к татуажу, косметолог подробно спросил про состояние моего здоровья, так как перманентный макияж можно делать далеко не всем. Противопоказания. Онкологические заболевания, аутоиммунные болезни, аллергические болезни, эпилепсия, гемофилия, так, гипертония, ВИЧ-инфицированная и беременность. Скажите, пожалуйста, какие необходимо пить таблетки до процедуры или, может, после? До процедуры перманентного макияжа глаз ничего пить не надо. Если у вас нет воспалительного процесса в организме на данный момент, там ОРВИ, температура, ничего не надо. Пьют антибиотики, когда делают татуаж губ, обязательно антибиотика пропивается за 7 дней, ацикловир, завиракс, по одной таблетке 2 раза в день. Ограничения после, в период заживления, значит, тепловые процедуры, это баня, сауна противопоказаны, водные процедуры, бассейн, алкоголь в первый день противопоказано, декоративную косметику. Период заживления противопоказано. Ну что ж, я готова. Давайте приступим. Я сама нарисовала форму стрелок, которую хочу. Мастер по татуажу оставил все как есть, лишь немножко подкорректировав карандашом. А если вы не знаете, какая форма подойдет вашим глазам, опытные специалисты нарисуют эскиз стрелки и вместе с вами утвердят ее цвет, толщину и форму. Затем косметолог приступает к самому главному этапу, от которого зависит безболезненность процедуры. Сейчас у нас поверхностная анестезия. Просто после того, как мы пройдемся машинкой, потом уже будем мазать другую заморозку. Это вторичная, она уже жидкая, которая заморозит так, что вы не будете ничего чувствовать. Ну, показываю, что все одноразовое, стерильное. Угу. Скрываю все при вас. Просто пройдусь. Сделаю наметочку. Чуть-чуть больно, но терпимо.
чтобы уже была заморозка, чтобы вы ничего не чувствовали. Сейчас немножко будет пощипывать. Глаза не открываем. Ну а затем, шаг за шагом, мои стрелки приобретали все более отчетливый вид. В общей сложности на процедуру ушло 1,5 часа. В целом все прошло безболезненно. Время от времени я даже ничего не ощущала. В случае необходимости мастер щедро обрабатывал веки смягчающей мазью. Сейчас можете присесть и посмотреть на себя в зеркало. Есть немножко припухлость, но это буквально сегодня вечером, завтра уже ее к вечеру не будет. Мажем гидрокортизоновой мазью, протираем хлоргексидином обязательно. Через 2 недели на коррекцию, когда отек и краснота пройдут и форма стрелок будет отчетливо видна, врач-косметолог в случае необходимости подкорректирует все недостатки. Ну что ж, после такой серьезной процедуры я с уверенностью могу сказать, делать татуаж в домашних условиях действительно не стоит. Декоративный татуаж – это тот случай, когда нужно потерпеть немножко не только болезненные ощущения, но и финансовые затраты. Запомните, качественная процедура не может стоить дешево. Не подкупайтесь на фразы «акция за полцены почти бесплатно». Обычно это уловка мошенников. Удачи вам, милые женщины! Будьте всегда красивыми!